Ну, поехали. Так, кстати, что у нас здесь? Здесь у нас все хорошо в целом. Так, реализовано. Сейчас я сначала... Блин, вот разобраться бы с едой, конечно. С едой тут все было... Со свининой было проще. Мне нужно, чтобы вот этот вот джусер оставался... Внутри, а сок шел наружу. В крафтере создаю еще один рецепт, в который засунь только сок, который отправляет в экстернал. Вряд ли он сработает. Не. Не. Он как бы, если здесь нет рецепта, то... Ну, действующего рецепта, да, то он так вот и будет заниматься ерундой. Не, можно, конечно, сделать весьма ректально, но, судя по всему, ректальную, но работающую систему. Я думаю, что это лучший вариант. Ну, то есть, это будет тупо, но фруктовая наживка нужна для ловушки животных. По факту машинка для, опять же, еды. То есть, просто-напросто вообще все пихать в кулинарный движок, если его не убрали. Ясно, понятно. Мы можем сделать как-то вот так. Так, whitelist и только вот эту хреновину. Не, ну а что, работает? Работает. Я бы на том месте просто ел мясо, тем более, что я ничего не понимаю в этом механизме. Сейчас все объясню. Сок, он не для меня. Сок он для братюни. Только надо сюда еще энергию подвести. Короче, объясняю просто как для слепых, глухих и вообще для тех, кто вообще ничего не понимает в модах. Сейчас такой уберу песок, все объясню, как эта хрень работает. По большому счету тут все просто. Она это очень громоздкая хрень, но простая. И, кстати, я так еще не приступил к крафту солярок сегодня. Ну, потому что внезапные ожидаемые проблемы с энергиями. С энергиями в большом количестве. Короче, объясняю достаточно подробно, значит, максимально подробно и быстро. Здесь стоит пульверайзер. Вот он. В него попадает кабла. Кстати, сейчас не попадает. Ща. Ладно, еще одну секунду. Может, кстати, поэтому у меня энергии стало внезапно хватать. Потому что кабла не перерабатывается в долбанном пульверайзере. Так, а что тут не так? А хрен его знает. Сюда должна идти кабла.
Ну, на пульверайзер оно идет. Странненько. Она идет, но она идет не оттуда, откуда я ожидал, видимо. Куда она еще может идти, если не оттуда? Ладно, короче, пульверайзер поставляет каблу сюда. Сюда также каблу поставляет еще что-то. Еще что-то, что я не могу вспомнить. Нет, только пульверайзер сюда, по-моему, поставляет каблу. Блин. Что-то я уже сам забыл, что у меня тут есть. Так, вот пульверайзер. Вот к нему идет кабла. Кабла идет... А, ну правильно, кабла идет в пульверайзер, а кабла идет вот сюда, вот в крафтер. А далее у нас, точнее, у меня из крафтера... блин, что-то я залипаю. Так, из пульверайзера в крафтер. В крафтере она крафтится в компресс кабл-стоун и идет сюда. Сюда кабла идет... тоже сжатая, да? Блин, что-то, слушайте, что-то я вообще уже туплю. Короче, кабла делается, кабла сжимается, кабла здесь переделывается в гравий, гравий отправляется обратно сюда по каналам. Здесь гравий сжимается, идет вот сюда, здесь идет компрессор гравил. Компрессор гравил идет, идет на просеивание. После просеивания сжатого гравия он идет... Часть идет вот сюда, здесь он разъединяется, сюда удаляются всякие штуки, типа кремния, потому что его дохрена просто. Вот сюда вызывается все остальное, включая платину, уголь, лазурит и эмеральды. Вот, она все здесь перерабатывается, вот тут в отдельном вот этом механизме. Здесь просто чисто для платины стоит. Сюда идет все остальное. И вот по этой трубе уходят алмазы, когда они вот дошли сюда. То есть сюда идет все остальное, вот они, брокен руды, которые крафтятся здесь в песок, соответствующие руды, точнее, в гравий. Там, gravel iron ore, gravel gold ore и так далее. Оно перерабатывается вот здесь. Поставлено две машинки, потому что нужно справляться с объемами производства, да? Но если убрать две машинки, то вот эту вот фишку с едой не надо. Значит, если убрать еду, то не надо две машинки ставить, можно одну поставить. Дальше оно идет, собственно, в песок, дальше оно идет в пыль, потом оно идет, перекрафчивается в блоки, блоки идут в пульверайзер отправляет их в печку, печка отправляет их в сундук, сундук отправляет все в МЕ-систему. Вот, все просто, достаточно, но, как видите, я сам запутался. Вот, здесь же, вот тут, стоит автономос-активатор с кучей сока и вообще любой еды, которую вы сможете производить, собственно. Чем круче еда... тем она больше дает спид бонус вот этому братюне, который сидит внутри авто heavy sieve. И кстати, эта хрень-то работает вообще, нет? Кажется, да. Вот, соответственно, она дает ему бонус к скорости. В данный момент это 6, кажется. Ну и, короче, чем быстрее он работает, тем больше вот тут штук нужно. И, в общем-то, еду я поставляю ему именно для этого. Именно для того, чтобы он кушал и быстрее занимался переработкой вот этой вот хрени. Если я отключу автономус-активатор, то этот чувак резко замедлится. Ну, видите? Видите, как оно медленно теперь поползло? Такие дела. Очень медленно. А если я даю ему сок, то он ускоряется. Но скорость там побольше, по-моему, чем 6.0. Такие вот пироги. Еще вопросы? То есть все достаточно просто. Но не слишком просто.
Причем тут Neonomi? Neonomi, наверное, меня хостит. Superman Lead. Господи, я еле прочитал твой ник. Superman Lead. Это у меня 200 зрителей. Так что, скорее всего, Neonomi меня хостит. Ты зашел к нему на канал. Хотя не знаю, как ты тогда в чате общаешься. Если ты об этом. Вот, ну короче, когда один человек хостит другой канал, то ты заходишь на канал к этому человеку, да, и меняется его плеер на плеер того, кого он хостит. То есть появляется как бы мой стрим. Вот, если Нео меня хостит, то спасибо Нео, я что-то сегодня в чат вообще не смотрю ни хрена. Вот, и в общем-то там, скорее всего, и зрители отображаются тоже мои. Кабла не идет в пульверайзер, когда уже соляра. Да, вот я не понимаю, почему кабла не идет в пульверайзер. Это же пульверайзер, да, это пульверайзер. А почему она не идет сюда? А, Семен Семенович. Нет, стоп, она идет сюда. Вот эта труба. А почему она не... Почему она не хочет идти? Я не понимаю. Ну, то есть... Она подключена. Соляра как только так сразу. Соляра как только у меня заработает эта хреновня. Приоритеты. Может быть. А может быть, она просто оседает вся в крусиблах сейчас. Хотя, по идее, с этим вообще проблем быть не должно. Может, я где-то там выход отрубил? Да нет, снизу вот сюда. Нет, пульверайзер исправен. Я в этом уверен. Нет, он сюда не идет. Это самый, это hardened пульверайзер, он не должен так люто жрать каблу. То есть как бы кабла идет вот сюда, и она сюда идет, натурально. А вот сюда не хочет. Не успевает идти в пульверайзер. Ну а до этого-то успевала. А сейчас тут даже больше на ноде апгрейдов. Ты что значит не успевает? Не, можно, конечно, попробовать сделать спид апгрейд. Вот такой. Но... Не, по большому счету, тот и так завал. Если я сделал дизаблот, кстати, что получится?
А, вот теперь заработало, да, что-то с приоритетами. Странно. Но по большому счету оно и не нужно. Но немножко ускоримся, ладно. Просто пульверайзер тоже будет кушать энергию. Вот, все, господи, мы работаем в хиленький плюс. Все, отлично. Слава, блин, богу. Поставь осадскую часть трубы, раунд робин. Зачем? В какой высасывающей части трубы? У меня много труб. Многие из них сосут. Если вы понимаете, о чем я. Так, убираем, убираем, убираем. И, наконец-то, блин, надеюсь, переходим к крафту долбанных солярок. Я уже устал. Сегодня целый день Майнкрафт, блин. Так, мы начинаем КВН. Для кого, для чего? Где мои... вот мое дерево. Так, надо перекрафтить кучу деревяшек сразу. Так, теперь мы крафтим, да блин, вот эти вот хреновины. Мне тоже их надо много. У меня стекла дофига. Так, я что-то выкинул. Топор. Стекла дофига, а этот самый алюминий мне не жалко. Он используется-то, господи. Катушки какие-то. Блин, катушки какие-то. Immersive Engineering. Так, не-не-не. Не надо. Так, теперь мне надо скрафтить панельки сами. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А, черт. Жопа. Шо, песок кончился? Блин. Стекло кончилось. Но это не беда. Печка, я выбираю тебя. Так, рецепт. Мне нужно просто еще таких... Блин, мне нужно столько стекла сейчас. Ёпарасоте. Так, мне нужно взять один песочек. Успеть ухватить рецепт. Рецепт, рецепт, рецепт. Блин, рецепт песка. Ну-ка. Сколько там накопилось-то? О, смотрите. Смотрите-ка, как бодренько, а. Так, для этой хрени, потому что мне тоже нужно будет сделать mirror вот эти. Так, делаем вот столько. 64 плюс, так, делаем еще вот эти вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот. Плюс 10 штук остается, ну ладно. Так, теперь крафтим вот эти, а они крафтятся из чего? Правильно, нахрен из того же. Так, только мне нужно будет сделать... Что, стоуна нет? Да ладно, не гони, игра. Не гони, игра, есть у меня редстоун. Так, редстоуновая, кстати, эссенция кончается потихонечку. Но этим мы займемся после того, как уже с энергией разберемся. Бум.
А сколько у меня еще их осталось? Ё-моё. Ё-моё. Две. А, нет, 10. Вот они, 10 мои и остались. Так, это у нас два стака. Значит, таких нам надо больше, верно? Верно. Так, и таких у меня получится... Довольно-таки мало, надо сказать. Так, что у меня пропало? А, машинные блоки пропали. Так, сколько мне нужно сделать их, чтобы перекрафтить все? Кстати, дайте-ка я еще сделаю зеркало, наверное. Этих зеркал надо сделать побольше. Так, давайте переплавим их в Induction Smelter. Но, блин, мне нужен лазурит для этого. Так, эти делаются из этих, эти из этих, эти из этих. Все ясно. Хотя бы парочку сделать надо 4-го левела. Они уже такие, более-менее пристойные. Так, Induction Smelter резонантный. То есть это максимум скорости, которую он может мне выдать, да? Так, а если их на чем-нибудь еще можно? Нет, нельзя. Хреново. Блин, я сначала вот так вот посмотрел. Думаю, ни хрена себе энергия уходит. Я уже, блин, уже обратно обокласться успел. Так, дальше мне понадобятся вот эти. Для них нужна глина. Глина это вот она. Вот она, вот она. На МЕ намотана. Где палка строительная? Так. Так, вант. Вот это чепухня. Вот это вот чепухня. Иди сюда. Надоело, блин. Мне эти алмазные дуры крафтить. Так, и... Оп. Супер Билдер Вант. Это она и есть. Понятно. Пум. Привет, Найданчик. Так, а следующий левел должен быть уже как раз таки с глиной, да? Каким-то образом замешан. Да. Так, давайте крафтить. Так. Крафчу я сейчас третьего левела, да. Сколько мне их нужно? У меня было два стака, то есть поделить на 4. 32. Я пытался два стака поделить на 4, блин, сразу. У меня не цифра в голове, а два стака. Да, 32 получается. То есть 32 штуки. И сколько я уже сделал? 4. Значит, 28 осталось. Значит, собственно, 28 таких и нужно. Блин, вот все-таки АЕ-система неудобна тем, что крафт тут очень медленный. Надеюсь, я сейчас не обо это самое, не обшибся. Так, и вот таких тоже 28. Мне много не надо. Можно со мной поиграть? Не, чувак, со мной поиграть нельзя. Это синглплеер. Сорян. И ровно 32 штуки. Теперь надо крафтить вот эти штуки.
И мне их нужно так. 32 на 4. 8. Так, 8 этих хреновин. А теперь берем инварчик. Так, хардонет у меня есть. Теперь мне понадобится вот этих вот 8 штук. Так, электром и инварчик. Так, четвертый левел, да, четвертого грейда. Они у нас четвертого тира. Так, это скрафтил. Теперь мне нужно сделать вот так. Нет. Дурак. Теперь надо сделать вот так. И вот так. Вот. А теперь мы можем, кстати говоря, вот так вот сделать, наверное, проще будет. Так, теперь мы можем сделать вот так. Бум. И скрафтить уже фотовольтаик. Который с глины надо. Глину будем месить. Так, клей, где он есть? Вот он. Так, мне нужно на 8 штук таких. Блин. 8-3, 24 штуки надо. Так, стоп, это на каждую по 16 глины. Ой-ё. Я же вам столько глины-то заберу. Так, где мне взять глину? Вопрос как-то отпал сам собой. Делать сразу по стаку, на будущее все равно ресов дофига. Не, это не имеет смысла делать по стаку, чувак. Ну, то есть, имеет смысл, конечно, но, понимаешь, если ресы просто будут лежать, то нафига это крафтить? Не, лучше всегда рассчитывать и крафтить четко. Вот если у тебя прям барсеточка, короче, такая кожаная, и кипарик, и Adidas такой с тремя полосками, то вот вообще четкий крафт получается, просто самый четкий. Так, убираем вот это. И... да. Та-дам! 8 штук. А из 8 мы сделаем сколько? Правильно, 2. Мы сделаем 2 топовые. Топовые штуки. Прям вот, вот прям топовые. Для этого мне нужен Energized Glowstone. 2000. 2000 Energized Glowstone. Так. Ну, с этим на самом деле проще. 2, 3, 4 ведра. Одно ведро, 1000 миллибакетов. Магма, крусибл. Да, нет, нет. Не то. Ага. Так, и мне надо будет на нее еще. Нет, тир 4. Нет, тир 5 уже. Так, по 3 штуки, то есть 6. 2 ведра на каждую, следовательно, на 1 6, на 2 12 ведер. Но с этим мы тоже разберемся как-нибудь. Так. То есть мне надо на по 6000 на одну машинку. Так, мне нужно будет всего 6 штук. Больше не требуется.
Вообще странно, глиной мазать, потом глоустоуном. Конечно, понимаю, что не у всех фантазия супер клевая, но как-то это странноватисто. Так, хорошо, мне нужно тогда еще глоустоуна надыбать. Использование глоустоуна. Так, shapeless, shaped, shapeless, fireworks, brewing, magma crucible. Так, с одного глоустоуна 250 миллибакетов. Одно ведро, 4 глоустоуна. Мне нужно 6 ведер, то есть 24 глоустоуна мне потребуется. По идее, да. Так, тем временем не будем пинать болты и скрафтим вот эту хренотню. Так, крафт раз есть. Так, давайте харден это вобьем сюда. Че как-то. Machine, кейс, нет. Как он называется-то, господи? Фрейм. Фрейм, вот он. Так, мне нужен вот такой. Reinforced. Так. Давай, спихни меня. Эй, мразь, знаешь что? Я вернулся. Эй, говнючий урод. Сники бастров. Так, ладно, мы эту хрень скрафтили. Теперь мне нужно вот эту хрень скрафтить. Для этого мне понадобится электрум. Гир, мне для этого понадобится инвар, все это есть. Нет, ни хрена, у меня нет инвара здесь. Но мне хватит. Ум. Так, у меня эта штука есть, и теперь мне нужна вот эта машинка. Ага, сигналом. Сигнал у меня есть. Так, сигналом и стеклалом. Все, есть. О чем ты, друид? Сделал себе автокрафт-терминал уже с рецептами. Потом. Можно я сначала с энергией разберусь? Энергия важнее, чем какой-то автокрафтинг-терминал. Смысл полировать систему, если, блин, она не работает? Если она энергии просто не получит без того, что вот... Без того, что я сейчас, чем я сейчас занят, собственно. Смысл, понимаешь? Какой нафиг смысл? А, мне две такие нужны. Черт. Так, ну ладно, сейчас скрафтим. Да, блин, это не креатив, не пугайтесь. Меня самого это напрягает периодически. Просто бум. О, черт, креатив, меня же никто же не поверит. Так, для того, чтобы еще сделать ее, мне нужно две вот такие вот, два таких цела. Но это, скорее всего, будет легко. Так, эта хрень у нас делается вот так. Раз, два, все. Так, для того, чтобы заполнить ее, мне потребуется 4000 миллибакетов, да? Это 4 ведра, один редстоун у нас 250. То есть, одно ведро это 4... Ой, один редстоун это 250. Или 100. Блин. Нет, по-моему, 100 все-таки. В стак уложимся, так или иначе. Сто. То есть я положил туда один, а мне надо еще... 39. Получим как раз таки ровно... А, ну да. Так, мне потребуется... Да, два же, точно. Так, это поставим на заполнение. Так, дальше. Мне понадобится еще один вот такой вот фрейм, но для него мне нужен инвар. А инвар у меня, походу, тю-тю. Да, инвар у меня, короче, кончился, как и сигналом, кстати говоря. Так, пятый грейд. Жалко, что из двух панелек вот эту я не соберу.
топовую. Но предтоповые две получите, это круто. Так, мне понадобится сделать еще один такой. Так, машин фрейм. Так, сделать один. Так, теперь мне нужно сделать электрома побольше. Короче, давайте сделаем... Хотя нет, электрома мне хватает. Инвара надо побольше сделать. Так, это у нас, по-моему, железо и... Да, два железа, один никель. Так, возьмем полстака железа и возьмем... Не, я знаю, это же стак железа. Черт бы с ним. Так, и возьмем никеля. Плавится пока что. Так, крафтим hardened case, убираем это сюда. Так, а сигналом у нас делается что-то там какой-то изи-бризи пизи в нос. Redstone, медь и серебро. Нет, что-то мы смотрели с вами. Блин, по-моему, проще делается. Пульверизированная нужна. Так, редстоун, медь и серебро. Он долго, по-моему, будет делаться, но главное, что сделается. Да ладно. Капитан Спарклс, ты что такой агрессивный? Нет, капитан Спарклс. Так. Это откуда-то они приходят, по-моему. Хотя, сдается мне, что они просто проваливаются. Так, серебро, редстоун и... медь. И довольно-таки медленный процесс начался. Читер. Чё читер? А, в этом смысле читер. Я поздно в чат посмотрел. Так, пущай плавится. Так, это мы сюда закидываем. И мы можем сделать вот... Нет, не можем. И бау! Пятого левела, две соляры, ребята. Две пятого. Это круто. Это круто был. Смотрите. Ап, ап. Они ночью не работают. Ха-ха. Черт. Конфуз. Так, мы еще поставим, конечно, вот эти вот солярки все. Вот так вот. Вот так вот. И да, автокрафт солярок, я что-то пока погорячился. У меня не сигнал. Вообще надо, видите, сколько ресурсов на автомат ставить. То есть надо ставить и сигналум, и переплавку чего-то надо ставить на автомат. Кейсинги надо делать. Это реально придется упороться гораздо больше, чем оно нужно. Так, победа ночь. Клоп, и тогда товарищ орел. Клоп, свинья, не опарыш. Ну шо, малята. Энергия у меня есть теперь. И я больше ничего не хочу про нее слышать. Конечно, она сейчас скопится. Туда. На проблемы с энергией больше я не испытываю никаких пока что. Потому что это предтоповые панельки 5 левела. И они, черт возьми, крутые. Ну что могу я предложить вам далее? Далее я могу предложить вам крафтить вот эти панельки. Но мы нахрен чокнемся с вами, да, и здесь. Серьезно? Ну то есть, здесь нужен лазурит.
Ну, типа, эти просто крафтятся. Тут нужен лазурит. Здесь нужно глину добыть, что немножко сложнее, да, там, чем лазурит. Ее обычно не так много. Здесь нужно расплавленный энерджайзет, лоустоун. А на последнюю надо засунуть чертовы, блин, палки в индакшн смелтер? Серьезно? В смысле, я думал, там какой-нибудь резонант эндер, знаете. Там, или криотиум, или что-нибудь крутое. Но два блейзерода. В смысле, ё-моё. И, кстати, здесь еще по 16 лямов энергии. А у этой затик сколько получает? 4096. То есть проводов вот таких хватит за глаза. Клёво. Булыжник поставить плавится? Зачем? Не вижу необходимости. Так, ребят, у меня дождь начинается. Просто адовый дождина. Дождина, адовый дождина. Ну что тут за звездос? Вы, наверное, даже его слышите. Да, ребят. Это была большая ошибка ставить тут алмазные шипы. Мне вообще отдают энергию. Там просто ячейка полная, поэтому... Поэтому... Поэтому просто забейте. Оно все работает. Но там полная ячейка. Попробуем попроще воткнуть их. Эх. Какая разница между алмазами и золотыми? Алмазные дают редкий дроп. Как будто игрок убивает и золотые, если честно, без понятия. Да жесть, блин. Смоет меня нахрен, ребята. Да, я сейчас заканчивать буду буквально минут через 20, я думаю. Почему оно не ставится, понять не могу. Факел ставится, это хрень нет. Закрой окно, пожалуйста. А нет, меня будет сдувать. Это не из-за того, что окно открыто. Да что не так? Ёп. Мамашу вашу заляшу, блин. Нет, серьезно, какого хера тут происходит? Какого хера я не могу ставить долбанные шипы вот сюда? Это вот как называется? Сюда могу, вот сюда не могу. Вот параша. Они просто не ставятся, они не хотят сюда ставиться по какой-то вонючей причине. Да не... При чем тут насос, блин?
Alt плюс F4 должно помочь. Угу. Стопудово, блин. Все, дождя уже нет. Я не понимаю. Нет. Здесь как будто что-то мешает, но я не вижу ничего. Да. Блоки поменяю. Оно работало до этого. Всегда. Моды говно. Потому что не работают никогда. Адекватно. Ни разу нахер в этой жизни моды не работали хорошо. Ни разу, блин. Всегда какое-нибудь говно вылезет, какой-нибудь глюк вонючий. С которым ни хрена, блин, не сделаешь. Потому что моды говно. Так, ладно. Где мой чизл? Где мой чизл визл? Чизл, визл, визл, чизл, блин. Где ты, тварь? Чизл. Чизл. Где ты? Да ё-моё. Во. Перелогинься. Да, блин, он 5 минут сейчас будет грузиться. Я бы перелогинился, но это слишком долго. Так, сейчас я мобов пока отключу. Так, поставим сюда. Да, блин. Сюда поставим вот так. Почему золотые? Не знаю, посмотрим, что они дают. Я, если честно, особо не знаю, потому что нормальных обзоров все равно нет. Провод нужен один. Где-то здесь был. Вообще удивительно, насколько тяжело бывает найти обзор на мод. Они в большинстве своем либо... Ну, либо они на незнакомом языке, что еще как-то терпится, либо они просто сделаны как писец. Либо там версия мода устаревшая, что чаще всего. А устаревший мод, это, блин, может быть вообще все что угодно. Так, ну что, посмотрим. Я не знаю, падает ли редкий лут, когда такие мобы падают. По идее, хрен его знает. Так, блин. Так, кэп, блин, Майнкрафт. А сюда я не могу отводить. Потому что если я буду отводить сюда весь лут,
Вообще как весь лут. Наоборот, как-таки не могу весь лут отвести отсюда. Потому что они все разные, они все с зачарованиями или еще с каким дерьмом. И фильтровать их решительно невозможно. По крайней мере, я не знаю как. Разве что... Разве что игнорировать мету или NBT, или типа того что-то делать. Но тут тоже неоднозначно все. Ну что, вроде редкого лута нет. Мобы умирают. Мобы умирают достаточно моментально, я бы сказал. Скрафти легендарные сумки и пооткрывай плес. Да, давайте я под конец открою сумочки, ребят. Мы продолжим играть. Ну, собственно, здесь все, что есть. Вот. За стрим сегодня 14 сумок. 112 это, которые с тортиками. Они так меня на автокрафте. Да, открою сумочки и мы попрощаемся. Пойду заниматься своими делами и в целом отдыхать. Продолжим играть уже... Понедельник, да. В понедельник мы с вами увидимся. И будем играть в Майнкрафт больше. Да, ну, отстой какой-то. Резонант андербакет не нужно. Голову визор скелетов тоже особо не нужны. Дракониум полезно. Сандей Рост полезно. Еда. Все. Особо ничего интересного, к сожалению. Так, у нас здесь с вами есть теперь еда. 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 Пару слитков бодротиума еще. Немножко дракониума. Так, убираем вот это сюда. И давайте я, наверное, пооткрываю, короче, вот эти вот октатики. И косахедрон, господи. Так, мы вот это вот возьмем с собой. А это надо выложить. Это тоже надо выложить. Но выкладывать будем вот сюда. Так, мне понадобится Angel Block. Наверное, я просто сделаю вам приятное, так сказать. Не в том смысле, нет. Так, и возьму с собой, ну, наверное, стак обсидиана. Да. Даже больше. Даже больше. Вот так. Так, сейчас мы поспим. И пойдем открывать куда-нибудь подальше от дома. Там какие-то красные есть. А красные это... Короче, смотри, есть Common, Uncommon, Rare, Epic и Legendary. Это те, которые тебя, как правило, интересуют. Также есть Bacon, Wild, Сорин, еще как-то. Это просто чисто, ну, это стримеры такие есть по Майнкрафту. Они играют в эти моды, они делают эти сборки. Вот, и это, типа их мешочки. И там у одного падают всякие куриные штуки. У другого там, вот, у Beacon Donut, у него падают как называют-то, господи, всякая жратва. Там типа Epic Bacon, простой бекон, Хэмбон и прочее. Вот, так что в них нет ничего интересного. И там вот есть еще белые, это чисто с тортиками, это тоже такие спецмешочки. Вот, так что я бы их открыл, если бы в них было что-то толковое, я бы открыл. Давайте здесь вот сделаем это. Так, ну что, у меня тут есть несколько... Несколько штуковин. О, мечик выпал. На... О! Шарпнес 10, анбрекинг 10. Круто. Ну-ка. Давай.
О, а это Enderflux движки. Прикольно. Ну, они недорогие, но прикольно. Можно фильтровать через блэклист, короче, запрети посылать все нужное, мусорку и все. Там много нужного. Play it loud. Блин, опять пластинка какая-то абсосная. У меня все равно нет проигрывателя. Бочка с водой, что ли? Water Bedrockium... Ребята, мне дали бедрокиумную бочку просто на халяву. Оу-я, только воду надо с нее слить и хранить там лаву, например. Ну-ка, мне нравятся эти штуки. Ну, до тех пор, пока мне рожу не оторвет, конечно же, да. Хотя у меня вот этот Тир-4. А это что? Ой, мешочек. Прикольно. А это то, на что мне не хватало шаров, да? Или мозгов. Вообще прикольная вещь. Класс. Он, по-моему, не пропадает. Как с нее воду, блин, слить? Поставить трэш... О! Вау! Черт. А что, так можно было? Блин. Поставить просто трэш-кэн только для жидкостей, направить трубу и вперед. Но только 65 миллионов воды это много, да. Overpowered! Да ладно, это basic capacitor. Ты меня обманываешь, игра. Ты меня тралишь. Зачем вы тралите? Зачем вы тралите, сударь? Бекончик. Бекончик, прикольно, слушайте. Он не то чтобы нужен, но это прикольно, блин. Блин. Ну-ка попробуем заскриншотить. Play it loud. Самые отстойные призы, пожалуй. Пока с Алёшей уже сборку закончишь. Do it yourself, pumpkin pie. Здесь кура. Не понял. Шутку не понял. Overpowered. От же стерлить, а. Я думал, что-то повисло. Так, и мне тут дали... А, это все, отстой. И мне тут дали где-то палку судьбы. Где моя палка судьбы? А, вот она. Вот оно! Это вренч! Ну да. Ну, неплохо. Я ожидал худшего. Я думал, мне сейчас лицо сломают. Что это было? Это был лабиринт из Бедрокиума. Ты что, так в угол поставили, чтоб хрен прочитаешь, блин. Так, ну что, убираем. Убираем вот это, убираем. Не знаю, вот это можно убрать, вот это, вот это. Нет, это убрать сюда.
Да, на следующем стриме мы с вами будем где-то в понедельник уже, я думаю, мы будем играть в очередной раз. Кстати, трэшкан. Ну вот, смотрите. Fluids, вот оно. А теперь мы можем поставить сюда трубы. Ну и чё? Чё вам не нравится? Каких-то 15 лет, а вода сольется. Айзек будет? Не, сегодня не будет Айзека. В понедельник может быть. Труба возьми лучше эти УГ, у них пропускная способность 0. А, кстати, в Андрайота есть еще лучшие трубы, мне что интересно-то. Резонно. Я даже... Мне стыдно, но я даже не знал, что такие трупы здесь есть. Я просто не посмотрел дальше и все. Чем занимаюсь? Привет, Девокс. Занимался тем, что обеспечивал сегодня... энергии, все свои механизмы. Планировали сделать ферму и настроить автоматизацию производства солярок, но не получилось ввиду того, что энергия кончилась. Вот, все, что вот сегодня сделали, это вот эту вот фермочку небольшую. И, в общем-то, да, ну и здесь что-то еще производится, ну, в принципе, это фигня. Вот, и энергии обеспечили, собственно, солярки две скрафтили вручную, предтоповые. Так что как-то так. Вот бы мне такой бачок в толкан. Да, без комментариев. Все обычный ченский юб, с них такой же лут, как в их адроме. Ща, может, еще их скрафчу. Как мы там уже снимаем-то, блин? Час. Так, здесь скорость примерно вот такая. А если я поставлю сейчас вот эти трубы? Блин, они даже выглядят круто, черт возьми. Чё раньше мне никто не сказал, что тут такие трубы есть? Я-то как дурак ползаю, каким-то говном пользуюсь. Не подозреваю, понимаешь?
Так. Так, ну и здесь надо настроить. Блин, тут еще и жидкости фильтровать можно. Господи, божественно. Здесь примерно, там где-то одну за секунду, здесь около... тяжело сказать, цифра быстро меняется, где-то тысяч по 5, наверное. Ну, правильно. Все верно, блин. 200 миллибакетов за тик. То есть ведро в секунду. То есть 5 ведер в секунду получается от этих троп. Все верно. Так ты не один блоклист на корзину поставь, выбери, что отбирать, а что мусор. Ты о чем? А, ты про вот эту хреновину? Да, это потом. Ну, понимаешь, здесь надо больше настраивать. Очень, очень много возиться нужно для того, чтобы получить приемлемый результат. Я пока что не хочу этим заниматься абсолютно. Ну, ты и... Пи этот самый. Так, F5, F6, F7. Здесь есть место. Нет, нет никаких мест. Так, ладно, я сейчас сделаю немножко Chance Cube. Мы немножко их пооткрываем. Magical Wizard это Sky Factory 2.5. Feed the Beast. Не надо на меня смотреть, как на сумасшедшего. Так, уберем вот это, уберем вот это, уберем это. А, ведра! Везде ведра! Амулет забыл. Че, дурак, что ли, блин, амулеты забывать? Что за мод на Империю печку? Magical Crops. Это все Magical Crops. И вот эти растения, и вот это вот. Это все Magical Crops. Он сложный. Ты пока дойдешь до Империю печки. Даже не, это даже уже не Империю печка. Это Ultimate печка. Вот. Пока ты допрешься до нее, ты... Трижды заманаешься. Привет, Андрей Ганг. Только это. Я тебя сейчас... Ой, Андрей... Да, Андрей Ганг, привет. Я тебя сейчас размучу, подожди. Да. Так, что мне дали там? Shift right click to bind your current x, y, z coordinates as well as direction you are facing and the dimension you are currently in. Я не знаю, что это делает. О, Chance Cube вернули. Time to build. Блин, отстой. Свинка. Свинка и овечка. И коровка. Ей! Как же мне пофигу. Ну что, а тут что? Еще 10 штук. Hey, this actually useful. Charm of dislocation. Я не знаю, что это такое, короче. Палка судьбы. Блин, меня сейчас сдует нахрен вместе с Калининградом. Телепортер. Play it loud. Что телепортер? Вот это вот? Нет. Это двигатели. Play it loud. Блин, здесь куча пластинок. Снова play it loud.
И снова пластинка, да? Блин, не хочу я слушать вашу попсовую музыку. Камон. Господи. Why not? Прикольно. Play it loud. Play it loud. Снова, да? Твою мать. Снова пластинка. Да камон. Что? Вторая под руки умная бочка. Ой, вашу мать, вы меня шутите. Вы меня шутите. Так, пластинки, вы не нужны. Абсолютно. Господи. Bad to the bone. Bad to the bone. Play it loud. Да, фу. Ай, Глен. Глен, твою мать, я знаю, что такое Глен. Я знаю, кто ты, Глен. Глен, смотри. Тут. Нац. Что, нет? Блин, а я думал, Глен таких же Гленов приведет. Play it loud. Да ёпарасоте. Да отстань. Так, мне дали маячок, мне дали меч снова. Так, пластинки в топку. Забор какой-то, кости, рыба. Нет, это мне все не нужно. Оп, огонек. Why not? Да и правда. О, полочки. Это пригодится. Меч. На это все Divine Sword. Divine Sword. Золотая морква. Круто. Золотые. Черт, опять яйца. Да есть у меня яйца. Игра, ты намекаешь на то, что я слабохарактерный, что ли? Ты че? Ты че? Ты че? Камон. Есть у меня шары. Бум. 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 Опа-на. Опа-на. Так, а вот сумочка как нельзя кстати. Кстати. Блин, мне дали шерсть всех цветов. Охренительно просто. Просто великолепно. И еще один Charm of Dislocation. Оп, мечик. Пластиночка, Nether Star, классно. Еще мечик, еще пластиночка, еще Nether Star. У меня вопрос. А на кой хрен я так долго телился и не убивал Визарда? Визарда, Визера, господи. И второй вопрос, зачем мне столько мечей, но бог с ним. Поставь маяки по базе, все равно железа много. А оно мне надо? Ну, в смысле, это не грубость просто, оно мне надо? Блин, я хочу еще. Не знаю, я хочу еще ченс кьюбов. Ну-ка. А то, что если только воды, это норм, это нормально. Это хорошо. Так, палк судьбы. Оверпауэрд, нет! Вот же сволочь. Что-то упало, короче. Опа, движки. Play it loud снова. О, бочка, третья бочка. Только. Бочка воды на столе, я не знаю, у меня нет рифма.
толковый. Третья бодротионная бочка с водой. Water Bedrotium Drum. На, сломанная лейка, потрясающе. Так, я буду выкидывать, наверное, только пластинки. Кстати, скоро у меня амулетик-то износится. Надо последить-то за этим. А то будет конфуз. Play it loud. Нет, play it loud. Оу. Оу, Nether Star. Так, Глен, нет. А что если сделать вот так? Никогда так не делайте. Никогда. Все. Что есть мне сказать на этот счет? Никогда так не делайте. Wise name Pickles. Кошмар. Так, достаточно с меня на сегодня Chance Cube'ов. Просто достаточно. У меня сломался амулетик. Я не хочу. Не надо. Пожалуйста, я больше никогда так не буду. Бодрок никак не снести, да? Ну, хоть алмазиков отсыпали, то неплохо. Это было жестоко, мать вашу. Это, мать вашу, было очень жестоко. У меня просто амулет кончился. А, нет, я ничего хорошего. Ничего толкового не выкинул, по-моему. А, может, выкинул. А, мы не узнаем. Давайте еще немножко пооткроем, только уже без амулетика. Да чтоб тебя... Отстань. Да, без амулетика. Лучше этого не делать. А, это, по-моему... Это, блин, очень, очень страшно сейчас было. Но это немножко веселее. Вау! Мать моя волшебница, это еще что за херня? Ау. Ау. The Peak of Destiny. Слайммен? Нет, чувак, катись обратно. Wait for it. Wait for it. Странный эффект. Floating white water. Ой, white flower. Мать твою! Ваша лодка готова, капитан.
Так, я понял. Я полагаю, у этого кота есть кто-то по имени Алла, и этот кот пошел таки в бар. Ау. Ладно, последнее на сегодня. Оу, oh, я! Yeah. Просто, блин, караул. Ладно, ребят. Стрим на этом подошел к концу. Еще раз мы сделали вот это. Мы сделали вот тут немножко, сделали вот там. Сделали сегодня солярок. Что, по-моему, круто. Здесь круто. Черт, грибы теперь растут. Просто прекрасные, я думаю. Добыли сегодня зевишу эссенции много. Я надеюсь, что вам понравилось, потому что я хер знает, что это произошло. Да. Напоминаю вам, что у канала есть группа ВКонтакте, у канала есть, конечно же, канал на Ютубе и Твич, Твиттер, куда надо везде подписаться и вступить, и поставить обязательно лайки. Увидимся с вами. Понедельник, суббота, воскресенье, как обычно, выходной, стримы ежедневно с понедельника по пятницу в 15:00 по Москве. Все, ребят, всем удачи, хороших выходных и пока-пока.